Внимание всего мира этой ночью и в эти минуты приковано к США. Заседание в Капитолии, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны, было прервано. В начале встречи сторонники Трампа ворвались в залы переговоров и кабинеты конгрессменов эвакуировали. В своеобразном шоу участвовали шаманы и викинги. Не обошлось без мародерства. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам. В ходе протестов погибли 4 человека, задержаны 52. После того, как силовики заняли и очистили Капитолий, конгрессмены вернулись в здание. Ситуация в Вашингтоне нормализовалась, в городе ввели комендантский час. Сейчас конгрессмены возобновили заседание. И если сначала были те, кто собирался саботировать голосование, то после штурма многие передумали. И пока всего 6 выступают против Байдена. Тем временем в Нью-Йорке около небоскреба Трамп Тауэр собираются десятки протестующих, усилена охрана здания. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.